Старт капітального ремонту новощипного ряду спричинив кілометрові затори в центрі міста. 1 лютого ввечері в годину пік майже стояли вулиці Канатна, Рішельєвська, Сегецька, Успенська, Білінського. Особливо важко було пересуватися в епіцентрі ремонту – район ринку Привоз і залізничного вокзалу. Первый рабочий день, конечно, создал нам некоторые проблемы. Уровень пробок достиг практически максимального, что вызвало ваше естественное недовольство. На сегодняшний день департамент транспорта, специалисты департамента ежечасно, ежесекундно мониторят текущую ситуацию и принимают все необходимые меры для того, чтобы повысить проезжаемость в нашем городе. У мерії вже відреагували на незвичні для міста затори. Чиновники кажуть, що постійно моніторять ситуацію, а у транспортній комісії вже розробили план розвантаження доріг. У нас в этом месте есть объездной путь, можно пустить движение в обход по Старостенной площади, там, где сейчас одностороннее движение, там очень широкая дорога, там висят знаки «Парковка запрещена». Туда уже сегодня отправились парковочные инспекторы, которые будут гонять всех людей, кто паркуется в этой крайней полосе. А если сегодня пробка продолжится, то уже в четверг-пятницу там будет организовано двустороннее движение, и, по крайней мере, одна полоса будет идти в другую сторону, в сторону Таирова-Малиновского района. И таким образом это улучшит ситуацию.